Всем привет! Надеюсь, меня слышно, потому что здесь музыка играет. Так вдохновила записать видео на тему детей и родителей. И я об этом слышала, убеждаю, что это работает. То, что, знаете, мы можем воспитание детям рассказывать им все, что угодно там. Веди здоровый образ жизни, там, нельзя вредно пить, курить, что там еще, деградации какие, воровать, там что-то, да. Но, понимаете, в чем фишка, оказывается, если родитель сам делает наоборот, другое, то ребенок это будет брать. Он как бы считывает с вас не слова ваши, а действия, поступки. Это подтвердилось в моей жизни, так интересно. Я начала заниматься английским языком через Duolingo. Стараюсь каждый день этому уделять внимание. Я хочу знать более лучший английский язык. И мне так пошло, такая идея в голове, что с Тимуром мы изучаем вместе. И Тимуру там интересное предложение, там еще там такие человечики ставят, что-то там, Тём, когда сделаешь там, класс, там, в общем, такое идет оформление очень интересное. Такое, вот. И Тимуру, мы начали с Тимуром изучать, и я говорю, Тимур, произнеси, там, он даже немножко тоже обучается. И даже, бывает, не забыла, мне напоминает, мама, Duolingo, давай Duolingo, как правило, вечером перед сном. Вот, и то есть... Он заинтересовался, я это делаю, и он тоже хочет это делать, учит английский язык. Это первое. Второе, то, что меня поразило так интересно, когда, хотя я ему это не говорила, то есть он сам начал это брать. Каждый день я пишу то, что я хочу, для того, чтобы, во-первых, это свою хотелку, искренние мои желания, хотелки, активизировать, прочистить этот канал, потому что у меня там был такой блок, сбойчик, как бы нормализовать. Хотя бы признаться, что себе, что осознать, что я это хочу, потом уже дальше, да, это реализовывать. И классная практика, то, что я написать надо на бумаге, вот написали, допустим, там, как будто бы пришло много денег, там, что вот мне надо, допустим, там, маникюр сделать, да, там, хочу новое платье, хочу докупить там еще косметику, мне надо там, на аренду деньги для работы, абонемент в спортзал, ну, в общем, то, что вот писать, и вот такая фраза, пусть реализуется то, что мне полезно, для счастья, удовольствие будет лучше для меня. И вторая такая, это невозможно, это никогда там, что-то там пишете, что вообще на грани фантастики для вас, что-то вообще реально, это невозможно, но хотелось бы, и пишите, например, там, чтобы не было, не росла седина, там, чтобы, я не знаю, вот я бы хотела всегда быть стройной. Вот. В общем, к чему я говорю, и я писала это себе, и как-то так Тимур меня спросил, мама, а что ты делаешь? И вот я пишу свои желания. Он такой, давай, я тоже хочу. Он диктует, я там хочу игрушку такую, я записываю. Он тоже подхватил эту тему, понимаете? Вот, поэтому задумайтесь, знаете, можно говорить все, что угодно родителям, но начните себя делать. Это то, что вы хотите, чтобы делали ваши дети, и так оно будет как-то так происходить. Вот. Всем желаю счастливого вечера, жизни, счастливых детей, прежде всего быть счастливыми, эффективными, здоровыми родителями и также для счастливыми, здоровыми, эффективными детьми, детей, эффективность для детей ваших, да, в развитии, счастье, удовольствии, пользе. Вот. Пока-пока, до новых счастливых, полезных встреч.